выкладывают такие вот камешки. Надо выкладывать камешки и загадывать желание. Ну, хотя бы из трех камешков надо построить пирамидку. Если устоит, значит желание исполнится. Олечка вот как раз сейчас у нас выкладывает красоту. Ох, она хитрая, большие камешки-то нашла где-то. Нашла где-то большие камешки-то. О, не баран чихал. Уже три. Можно это. Ага, красота. Да, все, желание сбыться. Оль, присядь к ним, я тебя сфоткаю около них. Ага, сейчас. Улыбайся, улыбайся. Желание-то избудется. Ага, молодец. Бежали девочки-то. Ладно, пойдем дальше. Смотрите, еще эти деревья желаний тоже навязывают ленточки. И загадывают желания по старой традиции. И там горы такие красивые, да? Ну, в общем, вид с ума сойти. Это мы находимся на смотровой точке. Оль, оглянись! На смотровой точке, где сливается река Чуя и Катунь. Там должна, по идее, отличаться вода, быть другого цвета. Но она типа это, другого, только мы все-таки не очень поняли. Там мы смотрим или не там мы смотрим. Сейчас я фоткаю еще, извините. Вот, это я, хоть меня маленечко показать. Натяни хоть как-то. А то я обычно себя не снимаю. Пошли мы дальше в машину. Поедем дальше смотреть красоты Горного Алтая. Республика Алтай. Едем мы по Чуйскому тракту. Это здесь такие красотищи встречаются. Здесь такие красотищи. Да. Еще раз я доказываю, что здесь была. А то меня нигде ни на фотках, ни на видюшках нет. Все, пока-пока. Подписывайтесь на канал. Мы едем дальше. Буду снимать дальше красоту разную.